На предприятии «Брестэнерго» состоялась очередная диалоговая площадка, на которой обсудили проект закона о Всебелорусском народном собрании, а также закон о гражданском обществе. Поговорить о новшествах пришли представители Главного управления юстиции, Национального центра правовой информации, а также молодежь «Брестэнерго». Одним из инициаторов диалога стал Белорусский республиканский союз молодежи. Мы на этой площадке обсуждаем закон о Всебелорусском народном собрании, закон о гражданском обществе. Понятно, что сейчас все общественные организации либо государственные институты власти массово обсуждают это с населением. Вот в рабочих коллективах мы не остаемся в стороне. Всего у нас за эту неделю проходит более 40 таких диалоговых площадок по Брестской области. Очень важно донести до населения о том, что это такое Всебелорусское народное собрание в новой редакции, благодаря закону, как это он будет развиваться. Хочется сказать, конечно, и про гражданское общество, и, конечно, рассказать, какие нюансы, какие изменения, какие инновации вносятся в закон. Диалог проходил в режиме онлайн и офлайн, что оказалось достаточно удобным, поскольку позволило охватить интерес широкой публики. Участников дискуссии интересовали условия формирования Всебелорусского народного собрания, функции, которые на него возлагаются, а также, что немаловажно, правовой статус. На каждой диалоговой площадке возникают свои определенные вопросы, свои направления, которые необходимо обозначить с точки зрения раскрытия сущности законопроекта Всебелорусском народном собрании. Они самые разнообразные, начиная от взаимодействия Всебелорусского народного собрания с другими представительными органами. Рассматриваются вопросы, связанные с историей народовластия как такового на территории Беларуси, рассматриваются с точки зрения перспектив, в общем-то, развития Всебелорусского народного собрания и народовластия в Республике Беларусь как такового. Молодежь – это будущее нашей страны, поэтому в ходе диалога ее представители активно высказывались и задавали вопросы. Каждый из присутствующих смог получить компетентный ответ от спикеров. Это поможет им сформировать мнение относительно высшего представительного органа народовластия Республики Беларусь. Была организована диалоговая площадка по рассмотрению проекта закона Республики Беларусь о Всебелорусском народном собрании. Организована была совместно с БРСМ, так как, ну, будем так говорить, мы это настоящее, а молодежь это будущее нашей страны. Были рассмотрены ряд вопросов, которые затрагивают непосредственно сам законопроект. Все обсуждали, задавали вопросы, были получены компетентные ответы. Ну, главный принцип, наверное, Всебелорусского народного собрания это принцип народовластия. То, что вот сейчас в законопроекте прописано, это, наверное, самая основа, статут, который в будущем позволит нашей стране жить и процветать, и двигаться дальше. Известно, что первое заседание Всебелорусского народного собрания состоится в течение 60 дней после голосования. Планируется, что проходить такие встречи с приданием ВНС конституционного статуса будут не реже одного раза в год.